Казалось бы, новый монитор, все круто, но только сейчас моя голова сообразила, что вебка. Куда девать вебку? Ведь здесь нету рамок. То есть, блин, ну здесь рамка, и на ней лежит вебка. А здесь нету рамки. То есть, вот он тот самый миллиметр. И куда я поставлю вебку? Получается, если я положу сюда вебку, вот так вот, она прямо закроет такую неплохую часть экрана. Что делать? Блин, это надо... Это надо что-то... Кстати, а почему экран такой? Он же был, по-моему, раньше светлее. Телефон, может, перегрелся. Я уже снимаю минут 40, наверное. В общем, вот здесь вебка лежит, ее так не положишь. Вот этот кружок... Овал, он будет закрывать прямо уже экран. Надо, блин, а как я буду вам показывать вашу любимую панду? Что делать? Блин, надо думать. Надо думать, надо как-то вебку будет поставить не сюда, а как-то... А как? На стену, что ли, крепить? Видимо, наверное, придется на стену скотчем так. Потому что это реально проблема. Если я так сниму вебку... Вот она вебка, если я так сниму, туда я ее явно не смогу поставить. Это будет жестко. Ну, то есть вот так она должна ложиться на экран. А у меня рамка миллиметр. То есть она уже закроет экран, а плюс еще здесь вот эта штука. То есть если ее так поставить, вот если, к примеру, да, вот так вот если поставить, блин, она будет кусок экрана закрывать. Оно будет реально кусок экрана закрывать. А это не круто. Тогда что делать? На стену ее как-то, да? Так вот, типа. А ее так не приклеишь. Тогда вот так вот приклеить на стену скотчем и направить на меня так вот. Ну да, придется на стену такой скотчем клеить. И чтобы она так смотрела всегда на меня. Потому что, ну типа, а как иначе? А она же еще может согинаться, надо бы чем-то ее зафиксировать. Скотчем там, подложить каких-нибудь, я не знаю, штук, чтобы она не падала. Да, придется вебку на стену лупить. А что делать? Новые изменения требуют новых каких-то решений. Да, это жестко. Не, ну в принципе на стене, ладно, не страшно. Все равно здесь обои штук 5 разных наклеено. Да, наверное, как-то так.